Eu na Zinga. Игрок, сколько турецких болельщиков проникнут на трибуны стадиона Вестфаленштадион. Ситуацию в дортмундской Боруссии, она, может быть, Мюнье. Штрафную площадь нет, перехватывает мяч Спортинг. Дортмундская Боруссия играет с Вольфсбургом. Через три дня, получается, в Бундеслиге. А потом матч против Мюнхенской Баварии, игра с Бешикташем. Там Дортмунду нужна победа. Хотя, что я говорю, да, 9 очков, все правильно. Спортинг уже...